Неплохая тактика. В отличие от Яковлева, она постоянно прессингует. Вот, видите? О, 2 балла. 4 балла. 4 балла оценили, оценила судья действия Касабиевой. И пытается сейчас упрочить свое преимущество Алина Касабиева. Счет 6-1. Ну и додерживает, судя по всему, этот счет. Победный Алина Касабиева становится победительницей Алина Касабиева, спартакиады. Республика Крым. Очень наше поздравление крымской спортсменке. Очень надежно выиграла она.